О, блядь! Birds. Надо куда-то отбежать нахер. Пока, суки! Ой, блядь! Вот так вот! Твари, блядь! Вы не достанете меня, блин! Теперь моя нелюбимая часть игры сейчас будет. Вот тут. Чекпоинт! Это, блядь, лабиринт нахер. Сначала тут нужно будет сходить кое-куда. Сейчас все увидите. Тут очень темно. Сам-то, блин, ни хрена не вижу. Вот сюда сначала пойдем. Тут написано, что туннели идут, типа, под озером. Типа, вот эти туннели, они как бы под озером находятся. Типа, такая... Смотрите, видите? Прям идет вниз, прям туда уходит. Прям в самый, типа, низ, как будто прям вот под озеро, прям в самую глубину туда, прикольно. Ну, в принципе, вот это вот мне место нравится очень. Реально, смотрите. Там написано было вот желтой надписью, то, что туннели эти идут прям, типа, под озеро. Вот, и тут прям такой проход, как будто вниз прям туда. Вот это мне нравится. Вот. То, что я сказал, моя нелюбимая часть игры, она чуть позже настанет. На самом деле это все неправда, это ему кажется. Тут атмосфера шикарная, просто. Вот, а тут манускриптик. Сейчас была вибрация, посмотрю, сбилась ли камера. Нет, вроде нормально. Так, возвращаемся. Читайте тоже. Не, я тоже хочу сейчас посмотреть, что тут будет. Нажимайте на паузу, видео ставьте, если хотите прочитать. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good. Вот. Так, тут чекпоинт, и я сейчас хочу кое-что сделать. Готовы? Я так и знал. Причем, смотрите, мне не написали, что game over, то есть... Когда Game Over, то идет опять загрузочный экран. А тут загрузочного экрана нету. Тут как упал, так сразу появляешься рядом, смотрите. Видите? Видите, Бог любит троицу. Готовы? Хоп! Все, ладно, хватит хуйней заниматься. Побежали по прохождению. По прохождению нам нужно обратно бежать. Вот это место мне очень нравится. Но сейчас будет та часть, которая мне не нравится совершенно.
Тут, кстати, еще такая тема, как будто вода с потолка капает. Типа, как будто ты действительно под озером находишься. Плюс тут еще вот это зеленое, это типа мох. А мох, вы знаете, растет, где сырость. Так что это прям правда под озером находится. Вот тут атмосфера очень клевая, прям как в Silent Hill. Вообще, в Alan Wake много чего похожего с Silent Hill. Единственное, что не похоже, это то, что тут экшена много. Я уже запутался, блин, реально, смотрите. По-моему, я вернулся к тому, откуда мы пришли, по-моему, да? Да, точно. Оттуда мы пришли, смотрите. Вот мы отсюда свалились. Значит, бежим теперь. Вот так сейчас. Вот. В дополнении писатель есть похожее место. Тоже лабиринт. Такой прикольный. Вот я сейчас вспомнил о нем. Мне прям хотелось побыстрее. Хочется побыстрее до туда дойти. Но это еще не скоро. Сначала нужно саму игру пройти. Потом пройти сигнал. И потом уже писатель. Ну, там вообще там локации такие уникальные просто в писателе. Что, пойдем вниз или наверх? Кстати, есть такая тема, она называется лайвстрим. Вот, например, Justin TV есть такой сайт. И там, я знаю, некоторые, вот, как ты, например, играешь, и люди вживую смотрят. То есть, то, что ты играешь вот сейчас, вот, это изображение у меня пишется на камеру. А лайвстрим это, когда также изображение, только оно передается через интернет, и люди смотрят вот как трансляцию. Прям сразу, короче, смотрят. То есть, вот представь то, что я сейчас играю, да, и вы в прямом эфире как бы это смотрите. Вот, но это все стоит денег, по-моему, бесплатно так делать нельзя. Плюс я не знаю, как насчет в России можно так делать или нет. Вот на YouTube, например, так же. Но YouTube, по-моему, это не поддерживает. Вот тут сейчас будет место, которое я очень не люблю, блин. Даже не хочется туда идти. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their... Вот этот отель, я сразу скажу то, что мы там будем в последнем самом эпизоде, но мы его будем проезжать, в принципе, можно туда не заходить. Но, знаете, мне этот отель уже много в мозгах сидит, очень давно. Отлично, для револьвера патроны. Я очень хочу туда попасть. Поэтому я в шестом эпизоде обязательно туда зайду и там буду проведу какое-то время. То прям уж так в мозги этот отель у меня засел. Короче, тут сейчас враги будут, блин. Ненавижу это место. Смотрите, видите там как ярко. Очень ярко. Бля, уроды, заебали. Флешбэнг надо бросить. Бля, ну сука, ёб твою мать, ну ненавижу я этот момент, пиздец. Ой, блядь, опять переключился не на то, бля, я пистолет хочу взять. Ой, блядь. Теперь обратно бежать, блядь, все это
Я же говорю, не люблю это место, блин. Пишется хоть у меня, нет? Вроде пишется, хер поймешь, блин. Вот, смотри, как светло, ой. Прям так ярко, у меня реально сейчас аж глаза заболели, блин. От этой яркости. А, надо наверх. Я не знаю, почему они тут чекпоинт-то не дают, блин. Так, ну это мы уже читали. Блядь, звуки эти очень громкие, нафиг. Короче, я сюда отбегу и флешку зажгу. И в этом месте, чтобы они меня не окружили, понимаете? А то там они меня окружили, один сзади. И там, поэтому я сюда сразу отбегу. Никто не мешает. Ой, блядь, как ярко, пипец. У меня аж переключило меня нафиг. Бля, я себе оружие сейчас, я сейчас поменяю, мне неудобно. По умолчанию оружие стоит на цифры 1, 2, 3, 4 и так далее. А я себе на вот эти, на где намлок клавиша, там же тоже цифры есть. Вот я туда поставлю. Вот, потому что мне, блин, неудобно пальцем, знаете. Вот, так что я поменяю.